настолько все близко. Я не знала, что на самом деле тут все так рядышком расположено, поэтому делала кадрами видеосюжет. Думаю, ну, чтобы не утруждать вас смотреть такое долгое видео. Честно, если бы я знала, что тут объекты один на одном, то вся прогулочка у меня бы заняла, ну, не больше 25 минут. Это вот со всеми объектами, при том, что они, ну, там, в разных местах друг от друга, но в целом в центре Виноградного. И вот сейчас я как раз уже подхожу к перекрестку. И вместе с вами свернем к детскому садику, он «Елочка» называется, он так, в Виноградном. Покажу его и после этого уже завершу свой маршрут. Как вы видите, движение такое не сильное здесь. Как и во всех населенных пунктах, здесь действует правило 60 километров. Прям, наверное, 60 едет, не больше. Вообще, да? Только говорю про ПДД и проносится мимо GPR, наверное, 100-110 точно едет, потому что другие на фоне него сонные мухи. Итак, где-то здесь, на Таманской, должен быть детский садик «Елочка». Единственное, что тут улица Ореховая, я вот думаю, как бы я случайно садик-то не прошла. Просто по идее он где-то здесь. Так, если он здесь, то я продолжу с этого места, если нет, вернемся назад. Дико извиняюсь, но судя по двагиски, где я иду, вот это детский сад «Елочка». Да ладно, ну это не может быть детским садиком. Я правда не знаю, почему я не могу увидеть детский сад. Я сверила все свои координаты, я действительно нахожусь там, где надо. Только вот как здесь может находиться детский сад, объясните мне, пожалуйста, человеку вроде бы взрослому. И действительно, она огороженная территория, даже в 2GIS, ну, я доверяю этому сайту, я могла бы подумать, что, конечно же, это садик. Но, с другой стороны, здесь этого дома по навигатору даже нет. Вот есть забор. Возможно, я до него просто не дошла, друзья мои. Но почему-то показывает, что здесь можно пройти к этому садику. В общем, беспредел какой-то. И вот, представьте, я не местная, вот мне захотелось узнать, где детский сад. И вот, наверное, я ошиблась кварталом, хотя по 2GIS, по объекту, как он расположен, это именно здесь, то есть улица Ореховая, по идее, с нее бы я могла попасть в детский садик. Ну, во всей гадости есть и своя радость. Вот, например, показываю вам двухэтажный дом, перед которым растет мой любимый жасмин. Обожаю жасмин, этот запах ни с чем не перепутаешь. Покажу вам, точнее, покажу местным, как выглядит жасмин, а то меня Юра уверял, что он где-то его видел. Нет, такую красоту я еще в Анапе пока не видела, а вот в Виноградном нашла. Рада, что я сюда приехала, хотя бы ради моего любимого жасмина. Ну что, друзья мои, детского садика я не нашла. Я облазила еще один квартал, тот, который я думала, что я, может, ошиблась. Нет, это определенно, во-первых, была та самая улица, по которой я шла. Во-вторых, я реально не знаю, может, они ее выдумали, но серьезно, ну 2GIS, я ему доверяю, там все организации, предприятия. В общем, садика в Виноградном я не нашла. Может быть, просто я привыкла, да, что садики выглядят соответственно. Даже в Витязево приличный, большой, красивый садик. И я, может быть, ожидала что-то подобное здесь увидеть, но я его не увидела. Ну, в общем, в любом случае, рада, что хоть что-то я нашла. И вообще, как не местный человек, это для меня большой прогресс. Вот немножко побыла каким-то из наших подписчиков, который планирует жить, допустим, в Виноградном, и вот он также будет искать. Кстати, друзья, я все-таки его нашла. Уже по дороге обратно, пройдя там два квартала, я нашла наш садик. Сейчас вам буду его показывать, обхохочетесь просто. Вот. Итак, тот самый садик, который я искала. Ну, около 20 минут, крутяк, да, конечно, что я не сразу поняла, что садик здесь. Как я поняла, что садик, я увидела вдалеке на территории детскую площадку. К сожалению, я все равно туда не подойду. Но видно, что здесь она есть. Вот самое, что странное, реально я почему-то искала за теми домами, а садик был с этой стороны. Притом я очень хорошо ориентируюсь в 2GIS. Очень странно, что я не смогла найти.